Хай, да. Макс, сюда, потому что там ребята упадут на тебя. Так, Матвей, смотрим внимательно. Молодежь, борьба с умо подразумевает... Нет, Макс, уйди сюда, пока не мешай. Да. Значит, подразумевает, первое, нет, просто сядь. Она под... Ага, так, вы тоже возьмите, вот так, как они поставили. Вот так. О, вот так, вот, посмотрите внимательно. Дидя, смотрите, Игорь, подожди, да. Первое, значит, правила там такие, вышли, да, там поклоны, соль бросают, чтобы... Духи плохие ушли. Большая подготовка. Сама схватка 3 секунды. И все. Значит, дальше. Приглашают. Ходят там. О-о-о-о. Это делать не надо. Соль бросать не надо. Дальше. И они вот так не становятся, потому что 120 килограмм они 7 раз в день кушают. Начинают с 5 часов утра. Чинч. Лаура, чинч. Жратва. Лаура шарфа. Лаура, ну. И жрут, и жрут. Чем больше веса, тем легче столкнуть. Проигрыш считается в каком случае? Касание рукой, коленом, любой части тела. Плюс у них круг. Круг. И там вот канат, вокруг канат, он как камень жесткий. То есть, если ты вышел на него, все. Но на него падает, конечно. Или больно, наверное. Ну, жесткий. Дальше. 50 сантиметров высота. И сверху татами. То есть, если ты расслабился, тебя толкнули, а там 50 сантиметров ниже, ты туда летишь. Расслабляться нельзя. Мы молдавское сумо. Как оно будет выглядеть? Во-первых, ну, сами понимаете, глаза нельзя так ставить, да, там пытается голову нельзя. Да. И есть еще такая, вот смотрите внимательно, иди сюда. Вот мы с Игорем схватились и как бы захват. Вот он меня выталкивает, а я не хочу падать. Я его держу и падаю вместе с ним. Видите, Игорь вышел. Кто выиграл? Я, потому что он первый вышел. Смотри. Но есть такое правило. Почему он вышел? Чтобы меня не травмировать, и себя, и меня. То есть я, в данном случае, в данном случае, я мертвое тело, я мешок. Я в любом случае упаду. Поэтому победа присуждается ему. Это называется мертвое тело. Поэтому ваша задача его вытолкнуть с ковра. Но если вы взяли, можете бросить. Но если ты бросаешь и первый касаешься, ты тоже проигрываешь. Но если ты взял и начинаешь падать на спину, значит ты проиграл. Все. Значит, дальше. Выходим на ковер. Денис, судья. Значит, он увидел, что мы готовы, показывает. Раз. Мы заходим. Для того, чтобы выиграть. Ну что должны делать? Давайте, посмотрите внимательно, что. Ставим руку. Раз. Два. Он говорит, приготовились. Ставим руку. И мы начинаем друг у друга выталкивать сюда. То есть начинаем. Кто первый? А ты смотришь. Ты как видео должен. Смотри, кто первый вышел. Значит, оп. Ты видишь, Матвей, показываешь, кто выиграл. И пон. Мы кладемся. Я укажу Денису кое-что. Если 5 человек, один сидит, отдыхает, я. Приготовились. Можно по-русски говорить, готовы? Да. Стоп. И если они вышли вдвоем, вы не заметили. Стоп.
кики-ваки, хаджины. И они становятся опять хаджины. Понятно. Так, стоп. Так, сырку сюда, прямо сюда. Сюда. Сюда, сюда, сюда. Быть штурм сюда. Эй! Чуть-чуть. Судья с той стороны, два борются, судья с той стороны, один отдыхается. Кто судит, потом идет вместо этого. Вы готовы? Вы готовы? Аджин, сесть, пожалуйста. Вы начинаете один суд. Yeah.
Послушайте, смотрите, значит, у нас не главное, то есть если ты делаешь бросок, да, противник падает на оценку, значит, выигрывает тот, кто делает бросок. Хорошо? Пожалуйста, так же, да? Уходите оттуда, не сидите там, садитесь туда. Уходим оттуда. Ты упал туда. Настя, он тебе делал бросок. Ты видишь, он тебе выводил. Все, упал на спину, он упал на спину. Конечно, он не упал. На спину не падает. Если Игоря предъявить не может, он обращается ко мне. Если я видел, я могу Да.
Да.